Всем здравствуйте! В жизни Константина Меладзе явно наступил не самый лучший период. Музыкант отказался от одного из самых ярких своих проектов. Не исключено, что всему виной моральное состояние звезды. 58-летний супруг Веры Брежневой навлек на себя гнев общественности еще несколько недель назад. После начала операции на Донбассе композитор покинул Россию, где долгие годы жил и зарабатывал большие деньги. И хотя сам Константин предпочел хранить молчание по этому вопросу, за него вполне внятно высказались члены его семьи, жена и брат Валерий Меладзе. Последний открыто принялся критиковать действия нашей страны. В итоге все трое примкнули к числу других опальных знаменитостей. А сегодня появилась информация, что музыкант решил официально закрыть один из самых долгоиграющих своих проектов – группу «Виагра», созданную еще в 2000 году. Директор Константина Шатаевича принялась опровергать эту новость. Но эксперты уверены, женскому коллективу действительно пришел конец. Группа больше не сможет зарабатывать деньги там, где имела огромную аудиторию и была популярна все годы, в России. Последний состав группы интернационален. Две солистки последнего, Ксения Попова и София Тарасова, не гражданки России, с трудом говорят по-русски, высказался шоумен Леван Тодоа. Впрочем, у решения Меладзе может быть и вторая причина. Не исключено, что морально истощенный последними событиями артист просто устал бороться за проект, который он перезапускал годами, подбирая все новых и новых участниц. Меладзе не осталось ничего, кроме как спешно закрыть бренд. Проект начал идти к концу еще после смены первого золотого состава группы. Эффект от него испарился, а сегодня и вовсе это бесполезный, устаревший и никому не интересный проект, пояснил Тодоа. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!